В соответствии с поручениями и распоряжениями президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева, объем предоставляемых предпринимателям льготных кредитов с каждым годом увеличивается. Предприниматели Бардинского района также в достаточной степени пользуются этими кредитами. На сегодняшний день более 2000 предпринимателей района получили льготный кредит на сумму около 70 миллионов манатов. За счет этих кредитов создано почти 4300 новых рабочих мест. Одно из предприятий, созданных с использованием льготных кредитов, — Карабахский агропромышленный парк. Создание таких комплексов служит устранению зависимости от импорта, обеспечению внутреннего рынка качественной продукции и усилению продовольственной безопасности.